Что случилось, маленькая мумия? Хочешь, я тебя обниму? Какой у тебя милый плюшевый мишка! Как его зовут? О, это что за симпатяги? О, мипы! Какие милые! Брент, а твой огонь тоже лечит? Или он просто для красоты? Полегче, Гвен! Моя Амелия говорит, что не надо бегать с ножницами. Ого! А я вырасту таким же большим, как ты, Ксанта! Скорее бы! Сколько собак! Какую из них лучше почесать за ушком на эфире? Нико! Комсихена! Я правильно сказал? Нидали! Можно мне снова поиграть с Пакити? Пожалуйста! У тебя тоже есть большой друг, Нуну? Может, стоит научить пламеняшку ходить? Ого! Я думал, ты намного выше ростом, Киана! Привет, котяра с кинжалами! Я стал намного лучше охотиться! Хочешь посмотреть? Кошка на книжке! Какая милота! Надо гладить! Не зря Амелия предупреждала про ножницы. На эфире! Кто хорошая собачка? Ты хорошая собачка! Ты же не перестанешь со мной дружить, Нико? Не надо мне поддаваться, Нидали! Я справлюсь! Прости, Киана! Пожалуйста, пожалуйста, не обижайся на меня! Я же говорил, что стал лучше охотиться, котяра! Что бы сказала Амелия? Если экзамен под Видалианом будет таким же, я легко справлюсь! Какой ты сильный, Милио! Я тренируюсь! Вернись! Мы же так хорошо играли! Кажется, я погорячился! Дошло? Нет? Огонь должен дарить жизнь, а не отнимать ее! Тебе плохо? Нужна помощь? Я могу помочь! Эта игра стоит свеч! Ого! Это что, дракон? Ха! Ха! Хм! Ха! Смотрите, как я умею! Хоп! Ха-ха-ха-ха! Я что-то не понял. Я очень сильный! Я тренировался весь день! Погоди, это надо записать! О, классная тренировка для испытания под Видалианом! Привет! Я Милио, а это мои пламеняшки! Приятно познакомиться! Ого! У тебя, наверное, сил немерено! Будет весело! Мы обязательно станем лучшими друзьями! Привет! Как пишется твое имя? Я расскажу про тебя в письме домой! Киана! Ты же будешь со мной дружить, когда меня примут в Юнталь? В следующем письме я напишу о своих великих приключениях. Томасина помрет от зависти. Вперед, пламеняшки! У нас много дел. Мы начнем прямо тут. Пламеняшки не только милые, но и полезные. Вот увидите, ребята. Ух, какие вы все крутые. Но я тоже не подведу, честно. Столько новых впечатлений и новых знакомых. Дама с лианами, живая гора, большой кошак. Дома я сейчас помогал бы маме на кухне. Или кормил бы скот вместе с папой. Я побью рекорд, как самый младший в Юнталь. Здорово, правда? Магия стихии — это легко. Нужно просто подумать об огне и вжух, вот он. За мной как будто весь мир наблюдает. Надо показать, что я умею. Дома все обалдеют, когда узнают о моих подвигах. Скорее бы им рассказать. Амелия говорит, что я очень помогу семье, если меня примут в Юнталь. Ей виднее, правда? Когда меня примут в Юнталь, я вернусь домой и помогу всей деревне. А потом кузен Хави сказал, «Ты еще ребенок! Мне 12! Какой я ребенок?» Чтобы попасть в Юнталь, я попрощался с домом. Но это все ради семьи. Как говорит моя Амелия, спящую овечку уносит течением. Нет, как-то не так. Моя доминка гораздо легче, чем кажется. Я ее сам сделал. Мой огонь — это внутренний свет. Он есть у каждого. Я скоро вернусь, ребята! Берегите себя! Пламеняшки, нам надо сделать перерыв. Хорошо, что вы со мной, пламеняшки. Отправляемся в наше тайное убежище. Мама с папой так удивятся, когда узнают, что сегодня было. Милио, давай отдохнем! Ха-ха-ха, ладно, но это только ради тебя. Нужно гореть ярче. Ребята, вы это видели? Было так круто! Даже если придется туго, пламеняшки меня прикроют. Ты как, Милио? Все в порядке, продолжаем. Ай, опять волосы подпалил. Мама будет ругаться. Всегда пожалуйста. Ура, получилось! Я помог. Вперед, команда! Ара! У-ху! Зажигай! Я прикрою! Вперед! Я! Ха! Ха! Попробуй погаси! Лови! Это тебе! Гол! Воу! Ты водишь! Еще увидимся! Пока-пока! Так и задумано! О! О!
дыхание жизни! Нас не остановишь! И-ха! Веселье в разгаре! Ха! Ха! А! Друзья, собирайтесь! Ребята, ко мне! Все сюда! Это поможет! Гори ясно! Согрейся! Прости, Амели. Я хотел помочь семье. Я просто хочу домой. В лесу совсем не так страшно, как кажется. Я никогда еще не был так далеко от дома. Амели, надеюсь, она мной гордится. Семья – мой путеводный свет. Моя семья всегда со мной. Огонь в моей доминке никогда не погаснет. В каждом живом существе есть огонь. Кто еще мне повстречается? Даже когда рядом никого нет, мне не одиноко. Я должен идти дальше. Огонь может не только обжечь, но и согреть. Ты что-то сказал, пламеняш? Ты как там, пламеняш? А вам спать не хочется? Мир такой большой. Ну вот, пятно. Это пончо мне мама шила. Ты справишься, Эмилио! Спасибо, пламеняш. Я не тоскую по дому, а просто очень скучаю по своей кровати. Наверное, папа сейчас работает в саду. Я покажу Видалиону, на что способен. Скучаю по маминой еде. Хорошо, что я люблю ходить пешком. Я уже проходил через похожий поселок. Мой огонь выглядит угрожающе, но на самом деле он безвредный. Вы это видели, пламеняшки? Давайте, пламеняшки! Пиу-пиу-пиу! О, да! Берегись! Как весело! Я случайно! Хоп! Вжух! Ага! Подгораешь? Хочешь фокус? Вперед, пламеняшки! Ты дыщ! Будь ярче! Меня не погасить! Разогреемся! Горю от нетерпения! Смотри, что покажу! Больше света!